У Беларусі на гэтым тыдні праходзіць заключны этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Непасрэдна ў нашай вобласці ён праводзіцца ў Жлобіне па працоўным навучанні і Гомелі па хіміі і біялогіі. Хто можа атрымаць запаветныя дыпломы, пацікавіўся Алег Сянцюроў. Церемония открытия заключенного этапа по химии и биологии у Гомеля больше нагадывает святочный концерт. У Рисе у программе не только теоретичные и практичные туры, але и насыщенная культурная программа. Сёлета у заключенном этапе по химии принимают удел 122 наученца, по биологии 120, и каждый марыць, коли не перамозит, то как минимум призовым месцы для шмат кого. Это сапраўды вызначальное спаборніцтва. В настоящее время происходит бурное развитие этих наук, и не столько конкретно этих наук, сколько наук на стыке. Биохимия, биофизика, биоинформатика. Теоретичный этап по химии – это 5 годин вырашения задач. На столах ничего лишнего. Таблица Менделеева, калькулятор, авторучка и сшиток. Полова его выкористовывается как черновик, остальная частка служит чистовиком. У спречных выпадках их поравнание да поможет принять объективное решение. Что тычется складанности задач, то для их вырашения школьной программы явно недостатково. В задаче обычно есть несколько вопросов. Есть очень простые, а потом они усложняются, и в конце, конечно, есть очень сложные. То есть это вузовский материал. Те, кто читает, те, кто интересуется, фанаты, тот ответит. Кто не читает, тот ответит только в рамках школы. Собственно, наша задача их, так сказать, распределить по местам, кто сколько может и кто сколько знает. Пакуль у областным лицее проходит теоретичный тур, у Гомельском дзяржуніверсітэце рыхтуюць лабораторыі. Установа брана не выпадкова, тут есть все необходимое для проведения испытаў такого узроўню. Завтра у удельников Республиканской олимпиады по химии и биологии практичный этап, и он пройден на базе биологического факультета Гомельского державного университета имени Франциска Скорины. Конкретных заданий тут, зрозуміло, никто не ведает. У работников факультета есть только список обсталявання, якое необходимо подрыхтовать для проведения олимпиады. На час проведения практичного тура уваход у будинок обмяжуют, занятки будут проходить у соседнем корпусе. Але и зараз трапить у лабораторию могут только члены журы и сопрацовники университета, которые им помогают. Для журналистов робится выключение, але видоздымки частки обсталявання забаронены у першую чергу того, по яким можно загадаться, якое задание атрымаюць удзельнікі олімпіяды. Алексей Сянцюроў, Евгений Макеенко, телерадокампания «Гомель».